Ну что, друзья, последний бой, он трудный самый. Матч за выход из швейцарской системы. И у меня в соперниках Станос. Да, многие по умолчанию выделяют меня лидером в этой каточке, но я бы недооценил Стаса. Все-таки он хорошо боролся как и с Ипсканой, пропустив на 90-й минуте, так и с Белкой. Мы с ним уже однажды встречались на Кубке Фиферов, когда у меня был Аякс, и тогда я его кикнул с турнира. Было жаль это делать, собственно, как и сегодня будет жаль, если я его кикну. Потому что у Стаса контент отличный. С кайфом смотрю, как он эмоционирует. По составчику у меня снова изменения. Кин как пришел, так и ушел. Все-таки он не вытягивается своим финишингом. Лахович все-таки получше реализует свои моменты. Тактики ничего не менял. Шеф меня ничему не обучает, поэтому будем сегодня своими силами. Состав Стаса вы видите на экранах. Есть много годных карточек, которые могут, собственно, повлиять на ход матча. Но у меня, собственно, тоже есть. И как вы могли заметить, у меня свободный стульчик. Как вы думаете, кого я сюда позову? Конечно же, друзья, моего братишку, который сегодня придаст уверенности мне. Так как, когда я с ним играю, у него, получается, 4 матча было, 3 из которых он выиграл благодаря мне, потому что я присутствовал. Сегодня я решил, что он ответит мне такой же монетой. Здорово. Здорово. Ну что, Стас, ты готов к разъебатору 3000? За трэш-толк отвечает сегодня он. Я не рискну. Так что... Все, короче, движения на него. Как так сказал бы Андрей Степскана, какая же ему пизда! Одну сигаретку. Нервничаешь? Нет, блядь, не нервничаю. Да все хуйня, Андрей. Ну что, Стас, признайся честно, ты боишься? Тебе страшно, да? Ничего. Ёб твою мать! Андрей! Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение, а если вы еще пройдете верификацию до конца, получите невероятный бонус фрибет на 1000 рублей. Все это добро вы можете найти по закрепленной ссылочке. Всем удачи. А если вам нужна, друзья, новая EAFC, либо разные подписчики, ссылочка на мой личный магазин в описании. Можете приобрести как в Телеграме, так и ВКонтакте. А если нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет также в описании. Все, ждем Стаса, пацаны. Время отклика отличное нас показывает. Хули тебе надо? Все, тебе пи-пи-пи. Ему пизда. Тебе пипец. Да. Так, ну что, Стас принял наш приглас. Поехали. Оттягивать неизбежно не будем. Так, давай черное на белое. Отлично. Черное на белом, брат. Это всегда работает. Буну Марти. Ага, ага. Рафа Мир. А, он замену делает на черный матч. Так, все, друзья, let's go. Давай, братик. Так. Фу, вот и мандражик пошел, блядь, с первых секунд. Да, уверен, брат, уверен. 3 минуты вообще даже ничего дальше не сделал. Же мяч у меня. О! 1-0, пацаны! Стас, ты где? Быстренько, быстренько, быстренько. Все, 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 играем. Не сдаемся. Ой, блядь. Ну, конечно. Не расслабляемся, точнее. Так. У него, по большому счету, надо Гомеза вот бояться. Он резкий, как понос. Резкий, дерзкий. Бля, чистая молчаночка такая, бля. Слушай, как я сейчас тебя понимаю? Реально хочется насыпать чего-то, но боишься просто сбить. Да. Все, он поплыл. Погба! Сука. Опа. Че, это пенальти? Блять. Погба, надо было там забить, конечно, по-хорошему. Опа, ошибочка. Все, Стас плывет. Хорошо, поль. Блять! Ну, сука, нельзя такие моменты руинить, пацаны, бля, ну это пиздец. Какой Влахович ко мне подошел, нахуй. Ебать! Ну! Да, блядь! Опа, что? Пенальти. Пенальти? Пенка, пацаны. Куда, куда, куда? Я бы туда бил. Влево? Да. Он, наверное, будет думать, что ты будешь бить по центру. Гол! Да, 2-0.
Убийца FX, теперь так его называйте. Все, выдохнули, пацаны, 2-0. Все равно нервничаю, блядь, 2-0 веду, но все равно нервничаю, блядь. Все хуйня, брат, забудь, не обращай внимания на счет. Играй просто в свой футбол. Окей. Свой футбол играем, так, свой футбол. Стас горел уже однажды с белкой 2-0, но почти закомбычил, поэтому... Не думаю об этом. Это было с белкой. Ты же не белка. Нет, ой, блядь. Нормально. Сейчас порядок. Тихо. Все под контролем, пацаны. Да нормально, у тебя просто задача не ошибаться, и все. А остальное он за тебя. Блять, ну вот я и ошибся, сука! Опа, свободная зонка. Ну-ка, побежали. Можно пробежаться. Да, тащи. Можно в тупую вот так вот сделать. Блять. Не совсем в тупую. Хорошо. Блять! Поспешил, сука. Спешу, блять. Он бьет... Нормально. Хорошо. Он будет за Гомеса пытаться бить. Клянусь, у меня ощущение, как будто я за геймпадом, братан. Ну ты меня понимаешь, как никто другой. Блять! Ну что за ошибки детские, сука! Нормально, вратарь, все. Все, хуйня, давай по новой. Блять, что за хуйня, бля, ебаная. Короче, когда не знаешь, что делать, надо вот так вот на фланг перевести. Хороший вариант. О, Стас, ну это грязно. Без офсайда. Без офсайда, летим. Летим. Все. О, вот он третий залетел. Да блять! Как не залетает, сука! Тащу. Он! Ну давай. Думал, ты Влахович уходишь. Бля, опять Влахович подходит. Ты заебала, можно кого-нибудь поменьше? Бля, почему ко мне эта ебаная глыба подходит? Ладно, похуй. Там еще одна глыба, он по центру стоит. Блять! Все-таки в офсайд попал. Ну ладно, он даже не успеет эту последнюю кик-оффную любимую атаку свою. Все, пацаны, бля, быстрых два гола и все. И дальше, блядь, что-то не идет дальше. Надо успокоиться, братик, надо успокоиться. А вам, блядь, надо ремонт перенести, сука, на попозже. Да, у нас очень важный матч, пацаны. Я не знаю, друзья, заметили вы или нет, но сзади у меня вот такая вот красота стоит. Ну, посмотрите, это Читос, это Честер, а это я, если забыли, как я выгляжу. И эту красоту мне нарисовала моя девушка Влада. Она талантливая художница, рисует картины на заказ. Семейный бизнес продвигаю, пацаны. Поэтому, если вы хотите, чтобы нарисовали вас, ваших питомцев, ваших друзей, можете написать ей по ссылочке в описании. Ссылочка еще на запрещенную сеть в Российской Федерации, имейте в виду. Вот, пишите, обговаривайте заказ, отличный подарок для кого угодно. Сука, три момента проебал, где мог забивать. У него ожидаемые голы ноль. Расслабься, братик. Да блять. Пиздец, ну это блять, что-то я охуел сейчас. Он на, тоже. На секундочку, блять, просто с одним игроком все прошел нахуй. Хорошо. О, умец, блядь. Да блять. Я вот чувствую, буквально не хватает одного гола, чтобы я... Выдохнул, да. Опа. Хорош, Тимур. Да блять, ну отобрал же, сука. Сейчас просто хороший прострел. Блять. Так, ну чё, разок можно? Я думаю, можно. Самое время. А это Данила. Бля. Бля. Уф. Бремер, спасибо. Блять, да что за переключи. Да подойдите кто-нибудь! Всем похуй. Ебать. Честная умница. Ооо, блядь, нервы. Сука! Хорошо. Да встань, блядь! Блядь, что за сценарий матча, я в ахуе? Просто два быстрых гола и нихуя вообще. Конечно, там были у меня моменты еще, чтобы забить, но в целом. Еще будут. Хорош. Вот один из них. Ну же, все! Влахович! Блять, не зря в тебя верил, Влахович. Что? Он убедил кикоф? Я сейчас охуел, честно. Ничего себе, блядь. Нее! Ух! Хорошо летело! Сука, бон. Бля, я видел, сука. Что, забьёт Гомес? Не. Хорош подкат, Данила. Данила, бля.
Что? Нихуя себе! Ебать! Охуеть, вот это было неожиданно. Вообще неожиданно. Я подумал, он мимо ударил, бля, он идеально за... Не, ну, охуеть. Это было супер неожиданно. Это типа, знаешь, как с этим, с Чаком Норрисом. Разве это удар? Да, вот это удар. Согласен. А за сандалит, бля? Блядь. Ну или так. Так, тихо. Можно еще один? Можно еще? Ну как сейчас я не забил, пацаны? Бля, что такое? Вторая желтая будет. Красная карточка. Вторая желтая. Монтел домой. Уф, блядь. Все, пацаны, просто держим. В пизду, я не хочу пропускать еще один. И тут на Вале Доли последнюю минуту сидеть. Да не, братик, там что, полторы минутки осталось. Все, выдыхай. Кажется, пацаны, это победа. Кто пиздел? Без шансов. Кто пиздел, пацаны? А кто-то смел пиздеть, а? Кто-то наверняка пиздел. Глаза мне смотрите, вы могли пиздеть на Андрея? Я что-то не понял, блядь. Я выхожу из этой адской хуйни, блядь, со статой 3-2. Жиринский свисти, все. 3-1, пацаны. Ну чё, брат? Я ждал тебя в плей-оффе, я ждал. Мы вырвали это дерьмо, пацаны. Спасибо большое Стасу за игру. Все, братан, ты выиграл. Я выиграл, да, я выхожу из этой душной сетки. Да, кто-то скажет, что мне по жребию повезло, ну, бля. Вы даже не смейте говорить, что по жребию повезло. Вы наш дивизион видели, да, блядь? Я вообще охуел, дивизион, блядь. Так что мы молодцы, да. Ты вообще умница. Ну вот, друзья, че, летим в плей-офф. Надеюсь, там буду поспокойней. Бля, пиздец. Я весь красный нахуй стал, бля. Ты в это веришь, бля? Казалось бы, 2-0 веду, бля. Какого хуя? Че я нервничаю, блядь? Не знаю. Пиздец. Не, ну Стас, конечно, гол красавец положил. До последнего казалось, что он просто мимо летит. А он левша? А он, да. Кстати, на футбине потом глянул, оказалось, что он не левша, а правша. Мало того, у него 3 звезды на слабой ноге. Лонгшоты всего лишь 80, но вот такие вот голы залетают от таких, казалось бы, неочевидных футболистов. Реалистично. Идеально. Пиздец, смотри, просто охуеть. Не, ну гол красавец. Ну чё, спасибо Джеффу, он придал мне уверенность. Чуточку хладнокровия. Мы друг другу помогаем, надеюсь, дальше мы с тобой не встретимся. Ну, только в финале, понял? Да, встречаемся только в финале. Вот. Буду ждать, собственно, жеребьевку. Я на ней буду присутствовать, кстати. Серега там какой-то движ организовал. Да, я тоже. Буду. Ждите. В лайве смотреть. Надеюсь, там Стас сильно на меня не сгорел. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Спасибо Джеффу. Жду классные комментарии. Я просто максимум из видоса выжил. Нет, ты молодец, блядь. На самом деле, это грамотный ход был. Да, это ты специально, да, навозил. Да. Все, пацаны, всех люблю. Чао, какао.